Доброго времени суток. Как продвигать бесплатно свой ролик? Заходим сюда вот. Нажимаем рекомендуемый контент. Нажимаем выбрать рекламное видео. Нажимаем и нажимаем сохранить. Продвижение контента. Самое новое. Сохранить тоже. Здесь нажимаем в конце видео. Так, это мы сделали. Теперь что мы делаем? Нажимаем фирменный стиль. Я удалю. Сейчас другой поставится. Попадает нам вот такое-то. Мы добавить логотип канала. Выбираем файл. Нажимаем сохранить. Вот она загрузилась. Еще раз нажимаем сохранить. Вот, пожалуйста. Здесь мы опять нажимаем на вот эту кнопочку и нажимаем все время. Все, наш логотип новый сохранился. Кому было интересно, ставьте палец вверх, задавайте вопросы, подписывайтесь.